Привет. Привет, с вами Аня. Сегодня в очередной раз в авиапарке. И тут такое безумное количество народу, что я даже не знаю, чего мы сегодня сможем ли вообще поснимать. Тут просто ад. Даже в гардероб была очередь. И вот, в общем, сейчас я веду к Манго. Встречаемся с Леной, и вообще у нас по планам сходить сегодня что-то по... собирать какие-то лучки в Маркс и Спенсер и в магазине Мохито. Но, не знаю, посмотрим, если что-то получится вообще собрать, то будет здорово. Если нет, то значит мы просто попьем кофе и повеселимся от души. Блин, посмотрите, какой трешачок вообще происходит. Народу немерено. Тут еще, видимо, какие-то розыгрыши происходят. Люди говорят. Люди везде. Мама мия. Это мой любимый мужчина, привет. Вот что мужчину нужно покупать, чтобы женщина к нему прижималась, да? Я буду его любить. Не мы, да? Я надеюсь, муж меня из дома не выйдет. Взять мне бухат. Ну ладно, дорогой. Гляньте, вот, ну, это мэн, как бы, это мужское. Мы в Манго, мы не смогли пройти мимо начавшихся распродаж и решили пособирать что-то на распродаже, если здесь вообще что-то осталось. Народу куча, мы наверняка будем стоять в очередь в примерочной, но что-нибудь симпатичное покажем вам. Да, диапазон скидок. Хватит позже на Манго. Стоило мне такое очень 7 тысяч рублей, а там стоит 6. Ну, сейчас мы его с чем-нибудь соберем. Жаловаться буду. Ходим мы в Манго, я набрала уже в общем, очень много вещей и очень тяжело. И мне не хватает для одного комплекта, не хватает вещей. Я думаю, сейчас я повешу в примерочной и пойду доберу. Но нет, в Манго распоряжение, отвешивать нельзя. Причем я пытаюсь объяснить девочкам, что я не собираюсь выходить из магазина и отвешивать там на погулять, а собираюсь в магазине в их же что-то еще добрать для комплектов. Но в Манго почему-то распоряжение, по которому нельзя. Я еще не удивлюсь, если, зайдя в мужской отдел, в их примерочную, нам скажут, здесь нельзя ничего примерять. Пожалуйста, идите в женскую и стойте там в очереди. В общем, девочки, будьте аккуратнее на распродажах, потому что это то еще удовольствие. Мало того, что все валяется, куча народу, так еще и отношения, ну, совершенно ужасные. Я, в общем, сегодня решила сделать капсульные такие лучки, собрать образы с одной вещью, даже с двумя. У меня будут одни и те же брюки во всех образах и одна и та же обувь. Верха буду менять, и в зависимости от этого будут получаться совершенно разные образы. Ну что, готовимся. Их не видно. Можешь улыбаться. Угу. Есть. Угу. Угу. Это видео. Вот такой костюмчик. Иди туда, в углу.
Да, все равно не влезаешь. Только Света полуголая там видна. В общем, девочки намерились так, что мы теперь не можем... Мы хотим есть, мы идем есть, потому что стоять в очередях... Понятно, чего мы больше устали от людей. Да, людей столько, что очень сложно. Мы пробились практически с боем в мужскую примерочную, когда там не было людей. В итоге потом они набежали. Нас оттуда выгнали. В общем, мы чёрт-чёпанно снимали, но будем надеяться, что все это будет понятно, как все выглядит. А пока мы идем кушать. А у меня получился Микки Мауса лук. Вот здесь вот даже пряжечка. Это не просто так, это вот пряжечка, через которую пропускается завязка вот у этого халата юбки. А сзади, сейчас попробую изобразить. А сзади вот так вот. Так что я... Я Микки Маус. Это лучший лук на сегодня, мне кажется. Сегодня самый удачный лук. Хвостик куда-то потерялся. Совсем забыли мы на входе сняться, может быть, снимемся на выходе. Но в любом случае, если этого не получится... В общем, мы в магазине «Мохито», уже в примерочной, уже набрали по куче вещей. Сейчас будем собирать лучки и показывать, что из этого получилось. С этого начинаешь? Это видео. А, уже видео? Ой, ну прям секс-бомба. Иди ко мне. Немножечко французского шика. Немножечко французского сейчас раздевания будет. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. А нам такая дикая киса. Давай. А это, между прочим, на видео не видно, сейчас покажу ближе. Это металлические штуки. Они просто какие-то там бусины, очень крутая юбка. В общем, чекули красотуля. Такого еще не... Хорошо. Мы пошопились. Мне не хватает для меня руки. Подходи ближе. Мы пошопились. Ну как пошопились? Мы померились. Ничего не купили. И по инсайдерской информации от продавцов замечательных в магазине. Спрашивайте всегда продавцов, они все знают. Мы узнали, что в ближайший четверг, это будет какое число? 20 декабря начнется распродажа масштабная во всех магазах. И, собственно, мы поедем еще раз шопиться в четверг и уже будем
прям вот тарится, а не только мерить. А сейчас мы все померили, все поняли, чтобы когда будут распродажи, мы могли просто прийти и без примерки все купить. Потому что наверняка будут безумные очереди, и не очень хочется в них стоять. Но сейчас пойдем пить кофе. Самый приятный момент – это пить кофе в конце. Да, самое классное. Вот. Народ, кстати, уже рассосался, так что, в принципе, может, имеет смысл приезжать к 10 вечера. Это ваш будущий стилист. Лучший стилист Москвы. Посмотрите на этого безумного визажиста. Она просто сейчас расплачется. А что это за бренд Бека? Я даже не знаю. Бека, они шикарные. Да? Да. В общем... Смотри. Какой хайлайтер. О, господи, божечки мои. Я хочу, хочу, хочу. А сколько это стоит? Да. Ты так еще приятно гладишь. Продолжай. Нормально, типа, подстроиться, Natural Glam. Natural Glam. В общем, мы выбрали мне тональный крем, а то я страдаю. Какой? Shiseido Synchro Skin. Вот он, тестер Natural Glam. Мне нравятся вот эти вот штучки, смотри, какие очень красиво все сделаны. Живое, да? Да, прям максимально красивая коллекция. Но вот эти юбки миди, вот в таком, вот это я, они в какой коллекции, да, сейчас? Да, юбки миди с запахом. Хотя... Твит? Да, нет, хороший. Это же шерсть. Да, хороший, шерсть мне нравится. С чем-то а их сейчас много, вот такие вот с запахом. Очень классно. Да. Смотрите, какая классная рубашка. У нее очень здоровский дизайн. На груди вот такие кармашки. И если у вас недостаточно объема на груди, вот такие кармашки как раз сделают вашу грудь визуально чуть побольше. И у нее еще погончики. Очень классная рубашка. Советую. А вот и пальто. Я просто не очень люблю оверсайз. Ну, потому что я такая становлюсь, как это. Как баб на чайнике. А? Как баб на чайнике. Слушай, камера вот по-дурацки его передает. Что? Камера? Да, по-дурацки он на камере, но смотрится. Очень. Вот. Я... Потому что в жизни оно, ну, не такое. И цвет у него просто потрясающий. Да, мне нравятся вот эти вот махнушки, потому что, ну, на нем не будет вот всякая дрянь видна, да, из-за этого. Прям, ну, качество, ну, такое. Да. А сколько стоит? Сколько стоит? Слушай, он стоит, наверное, в 20-ке. 21. 21 тысячу. Да. Ну, скидки будут, я думаю, будет нормально. Да? Да, ну, хорошее. Оно там из кого сделано вообще? Нормально, а хороший состав. Норм. Хороший, хороший, классно. Оно прям цвет очень шикарный. Да, цвет хороший. Мне свитер нравится. Дорого-богато. Дорого-богато, да. Да. Вот хотите выглядеть дорого-богато? Блин, а вот, вот такой свитер. А это бархатные, причем неприятный бархат такой. Штанцы. Ну, они понятны. Тютенька такая в платье. А мне понравилось вот, вот это. Это кожаное такое пальто, и под ним висит вот такое базовое платье, снизу с таким пушком. Смотри, какая. Вот, смотрите, какая красота. Очень, очень классно. Вот, смотрите, простое базовое платье с подкладкой пушком. Смотри, как круто. Для прямого круто будет. Да, и для меня, для округлой будет тоже хорошо. Главное, чтобы на бедрах было свободно, будет норм. Мне кажется, что... Очень классно. Скажи, подписывайтесь на канал Style Epidemia и будьте стильными. Подписывайтесь на канал Style Epidemia и будьте стильными.